Потом пригодится. Прихвачу с собой. Где они? Надо их найти. Гора с серебряной верхушкой. Мы уже близко. Там кто-то есть. Нужно идти туда. Обезьяны. Кто-то должен быть рядом. Эй! Фиона! Мигель! Вы слышите? Где вы? Это бортовой журнал нашего самолета. Мигель записывал долговременные прогнозы погоды. В течение следующих 3 дней должно было быть жарко и сухо. Максимальная температура — около 30 градусов, возможен легкий дождь. Из других записей становится ясно. Мигель считал, что вероятность сильной бури ниже 50%, иначе бы он нас не повез. Но в прогнозе не было никаких бурь, не говоря уже о сильных. Я даже не думала, что буря будет такой сильной. Это все моя вина. Надо было послушать Иону, надо было все продумать. Нельзя было брать тот кинжал. Надеюсь, больше никто не пострадал, и остальные деревни в порядке.
Нужно остановить череду бедствий, пока не поздно. Сюда упал обломок самолета. В этом грузе мое снаряжение. Надо его срезать. Без инструмента этот ящик не открыть. Может, какая-то железка из обломков? Хорошо, но он тупой. Нужно его обо что-то заточить. Как раз то, что я искала. Только нужно еще несколько. У меня есть все, что надо. Пора назад в лагерь.
Достаточно острый. Их все равно что-то держит. Да, теперь я заберу снаряжение. Ну почему я все вместе не упаковала? Мигель, ты где? Черт! Девятое августа. Я оставляю эту страницу здесь, чтобы развеять все тайны, если для меня это приключение станет таким же фатальным, как и для моей группы. Меня зовут Джек Фоссет. 20 апреля 1925 года я вышел из Куебы, Мату-Гроссу, с отцом Персивалем Харрисоном Фоссетом и моим лучшим другом Рейли Риммелем в поисках Зет. В живых остался я один. Моего отца растерзали два свирепых ягуара, а Рейли погубила неосторожность. Я сам не в лучшей форме, но не собираюсь сдаваться. Мой отец полагал, что Зет уже недалеко, и я тоже так считаю. Я пойду дальше на запад, в надежде, что не иду навстречу своей смерти.
Мигель? Не нравится мне это. Мигель? Ты где? О, нет. Мигель? Мигель? В каждой части света, похоже, есть свое мифическое двуногое существо, которое живет в лесу. Здесь его называют Сисимите, страж леса. Говорят, что он похож на большую обезьяну. Мужчин он, по слухам, убивает сразу, а женщину носит в пещеру и спаривается с ними. Осторожнее.
получается. Thank you.
Вот часть обломков. Иона! Первое августа. Сегодня ночью мы не в силах заснуть. Джунгли сердятся, и луна нам не помощница. Я слышу, как джунгли дышат у меня за спиной. Их рычание сотрясает даже землю, на которой мы лежим. По кронам деревьев струится энергия джунглей.
Теперь в наших поисках мы пытаемся обрести покой, и он приходит к нам в самое неподходящее время. Я заметил, что отец дремлет на ходу, едва не роняя трость. У нас закончилась провизия, мы питаемся практически только ягодами и пьем дождевую воду. Но мы оба слишком упрямы, чтобы сдаться. Боюсь, что именно это упрямство и привело нас сюда. И, возможно, именно оно загонит нас в могилу до срока. Самолет! Иона, ты тут? Я думала, ты погиб. Эй, ты знаешь, что с Мигелем? Он не выжил. Что у тебя с рукой? Да какой ты паразит. Я хотел найти полынь, но она здесь не растет. Покажи. Эй, ты чего? Если оставить, будет только хуже. Сядь. Ты знаешь, что делаешь? Со мной случилось что-то похожее в детстве в Египте. Не стану врать, это больно. Думаешь, это была та самая буря, предсказанная фреской? Не знаю. Кажется, нам пора пополнить запасы. Мы так ломанулись вперед, полетели прямо в бурю. Я не думала, что все так обернется. Надо было настоять на своем. Теперь я понял. Ты фокусируешься на цели, и все остальное исчезает. Иона. Эй, я за тебя. Это мой выбор. Как правило. Но если мы умрем, кто предотвратит бедствие? Кто помешает Тринити добиться своего? Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я просто всех подведу. Но, может, ценой пары часов нам стоило вернуться. Может, дать ему имя? Хорошо.
Илай? Мой кузен. Он был тот еще паразит. Пока, Илай. Спасибо. Пора идти. Нам надо найти Кувак-Яку. Там мы заночуем. Заметано. Ладно. По-моему, с этими лианами виднеется деревня. Хорошо, что ты остался у самолета. Я хотел подать сигнал на случай, если ты рядом. У меня была ракетница. Да. Мигель, кажется, направлялся к нему, когда... Бедняга. А когда это Илай успел в тебя впиться? А, я хотел проверить, чистая ли вода. Проверил. Ты правда веришь во все то... Как это? Ну, что ты сказала про бедствие? Апокалипсис? Я верю, что если это правда, ради этого стоит рискнуть жизнью. А Тринити за это готова убить. Так значит, дело все-таки вместе? Нет, нет. Когда я взяла ключ, я ощутила силу, которая меня куда-то влекла. Она реальна. Если ты ощутила силу, взяв ключ, она теперь у тебя в голове? Нет. Она пропала, когда Домингес забрал ключ. Мы можем пройти здесь. Поможешь? Ты видишь? Это же Кувак-Яку. Надо спуститься туда и узнать, что в этом храме. А мы точно идем по тропе? Ну уже, держись ближе ко мне. Это уж точно не тропа. Почти прибыли. Почти прибыли. Это я уже слышала. Есть! Порядок? Я цела. Еще пара шагов. Хорошо, хорошо. Ты в порядке? Я в норме, я в норме. Кто же все это построил? Может быть, инки? Они смыслили в гидравлике. Мост опущен. А если поднять его с помощью противовесов? Может быть. Надеюсь, эта постройка здесь, раз уж мы собрались в деревню. Я тоже. В эту канопу складывают какао-бобы и животный жир, предназначенные для жертвоприношений. Когда наступает сезон сбора урожая, наполненную канопу бросают на поле, как дар Пачамаме, богине-матери. Говорят, что если богиня примет дар, то крестьянин соберет большой урожай, а его скотина даст стабильный приплод. Эту воду наверняка можно пить. Хочешь попробовать? Лучше пить из бутылок, найденных в обломках самолета. Слишком тяжело. Помоги мне. Ничего. Ладно.
Ладно, отпускаем медленно. В древности киноварь использовали, чтобы получить ярко-оранжевую краску для керамики, настенных росписей, татуировок и религиозных церемоний. Я не понимаю. Много общего с креольским. Это Кон, бог инков. Он сын бога солнца Инти и богини луны Пачамамы. Кон управлял ветром и дождем, хотя в некоторых легендах он повелевает только погодой, которая приходит с юга, а его брат Пачакамак управляет погодой, которая пришла с севера. Речь о месте неподалеку. Две змеи охраняют жизнь и смерть. Я узник в кольце их вечной борьбы. Пригодится. Что-то сработало. По-моему, вода как-то двигает мост. Знал бы я, сколько придется шастать по лесам, я бы не отлынивал от занятий в тот год в бойскаутах. Всего год? Ну, больше не получилось, так сказать, по семейным обстоятельствам. Набирается вода. Хорошо, разберемся, для чего тут противовесы. Ведро дырявое. Иди сюда, попробуем еще раз. Я долго
Все, Иона, отпускай. Точно, перебирайся. Наверное, нам сюда. После вас. Что это? Кажется, это какой-то алтарь или... Помоги потянуть. Ладно. Что это? Это рецепт. Кажется, какая-то смесь трав. Пригодится, если встретим еще ягуаров. Лучше не надо. Выход в той стороне.